«Газпром» назвал необоснованными претензии Еврокомиссии. Так сегодня в компании отреагировали на обвинения в нарушении правил конкуренции ЕС, предъявленные Брюсселем. Недовольны там в первую очередь тем, что российская компания ограничивает клиентов в перепродаже своего газа. Несправедливым посчитали и привязку к ценам на нефть в долгосрочных контрактах. Холдингу грозит штраф и 10% от годового оборота в странах ЕС, а это миллиарды евро. В ответном заявлении «Газпром» подчеркнул, что строго соблюдает все нормы международного права и законодательства государствах, где ведет свою деятельность. Предъявленные Европейской комиссией претензии «Газпром» считает необоснованными. При этом принятие Европейской комиссии заявления о возражениях является лишь одним из этапов проводимого антимонопольного расследования и не означает признание «Газпрома» виновным в каком-либо нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Работа группы «Газпром» на рынке ЕС, в том числе применяемые принципы ценообразования на газ, соответствует стандартам, которые используют другие производители и экспортеры газа.